Ты просил снять перчаточки, посмотреть на свои руки. Так вот, смотрим. Вроде нормальные руки. Вроде да. Ничего с ними. Все нормально. Сейчас мы прыгнем в воду и увидим наши руки. Вон. Все нормально. Вроде никакой инфекции я не вижу. Все пучком. Приветищи! Мы снова вернулись в Субнатику. И у меня для тебя кое-что новенькое есть. Ты посмотри, у меня какой шикарный второй этаж появился. Я его сделал еще подлиннее и сделал с двух сторон вот такие вот смотровые площадочки. И в одной из них я сделал столовку. Сейчас-то мы с тобой туда и зайдем. Похомячим. Посмотри, что у меня там, как там. Но сперва я тебе покажу, что я сделал на первом этаже. Во-первых, смотри, я наконец-то сделал зарядное устройство для батареек. Это просто чудо-штука. Одну батареечку мы заберем. Сразу же вставим ее в наш лазерный резак. Вот так. Также ты здесь заметил, что есть еще у меня радио. Оно, кстати, мигает. Давай послушаем, что нам там скажут. Воспроизведение предварительно записанного сигнала бедствия. Помощник Кин. Говорит второй помощник Кин со спасательной капсулы 19. Капитан погиб. Я принял на себя командование. Последнее, что сделал капитан, отправил мне координаты суши. Мы перегруппируемся в 1,5 километрах к юго-западу от места крушения. Держитесь вместе. Удачи. Это сообщение будет повторяться. Координаты места встречи искажены. Загружены координаты источника передачи. Угу, еще одна капсула объявилась. Надо будет сплавать туда, посмотреть, живы они или нет. Но, скорее всего, уже нет. Но мы тем временем поднимаемся на второй этаж. Ба-бам! Вот она, моя столовочка. Здесь у меня есть столик. На нее я поставил аврорку. Автомат с чипсами. И да, он работает. Мы можем сожрать с тобой чипсину. Парочку чипсов мы взяли, давай закусим. Чипсы дают +3 к еде и -2 к воде. Это, конечно, не очень круто. Ну, так поднасытиться можно. Но потом, после того, как мы съели с тобой чипсы, можно 2 чашечки кофе сделать. Сейчас автомат сварит. Я, конечно, не знаю, откуда он варит кофе, потому что у него ни трубок сзади нигде нет, откуда он его берет. Вот это просто фантастика. Смотри, он просто льет себе вниз. Я стаканчик даже не поставил. Но у меня не картонные стаканчики, у меня настоящие чашечки. Вот, смотри, какие. Кофе американо, +4 к воде. Настоящий итальянский экспрессо, разбавленный невкусной американской водой. Ладно, давай выпьем. Вот так вот. Можно еще заказать. Но пока он варится, мы с тобой присядем на стульчик. Вот так вот. И полюбуемся видом на Аврору. На мою смотровую площадочку. На Аврору, которая стоит у нас на столе. Потом вот так вот наверх посмотрим. Там вон у нас птички летают. Красиво. Классно, уютно. Выпьем кофе, сидя. Все. Хватит сидеть, пошли работать. Пердуль нагрели, как говорится. Спускаемся вниз. Какие планы на сегодня? Сегодня мы с тобой построим стыковочную шахту и комнату сканирования. Но прежде мы сплаваем в капсуле 19 и посмотрим, как они там себя чувствуют. Жив там кто или нет. Ну и где наша меточка капсула 19? А, во, вижу. 1000 километров нужно до нее плыть. Кстати, да, я когда выплыл вон там, вот ты сказал, что это перед Авроры. Ты такую бучу в комментах поднял. Ты чё, не видишь, что же турбина, это задница Авроры, перед весь раскумарила. Да я реально, когда выплыл, после встречи со Жнецом, у меня там каша в башке была. И я всё перепутал, так что это, не бомби, вот. Кстати, в эту сторону мы с тобой еще ни разу не плавали. Наверное, мы увидим что-нибудь новенькое. Нам нужно спуститься на глубину определенную. Интересно, хватит ли моего мотылька, чтобы доплыть туда? И мне вот это вот очень не нравится. Ты посмотри, какие здесь... И звуки какие страшные. Еще и ночью поплыл. Вот это вообще молодец, конечно. Ни черта не видно. Ладно, чё, я же рисковый парень. Подумаешь, Левиафан... А, да. Да-да-да-да-да, всплываем. Блин, а я маску глубоководную взял с собой, нет? Сейчас посмотрим. Не, маску не взял. Черт подери! Ладно, тогда кораблик мы здесь оставляем. Поплыли на глайдере. Что, что я его с собой взял? Надеюсь, что мне хватит силов доплыть туда. И надеюсь, Левиафан никакой не приплывет и не заберет мой мотылек. Надо было свет отключить. А-а-а. Ладно, фиг с ним. Фонарик! Вот, вот так-то лучше. Твою ж налево. Куда мне плыть-то? Здесь пещеры какие. Так, подожди, не, надо вернуться. Подплывем поближе чутка. Биоразнообразие в данном регионе необычайно низкое. Причина неизвестна. А я вот знаю причину. Левиафан всех сожрал. Жнец этот долбанный. Куда ж упала эта капсула-то, ё-моё? Здесь, что ли? Капсула-то где? О, точно, она вон туда упала.
Так, фонари я тогда не буду выключать. Может быть, они мне все-таки подсветят здесь как-нибудь, каким-нибудь макаром. Мы чуть-чуть еще поглубже можем спуститься. У нас есть возможность. Вот так вот, все, стоп, 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 стоп. Выше, 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 выше. Вот так вот, 199, нормально. Поплыли быстренько, пока у нас кислородик не закончился. 50, 40. Вот она капсула, ништяк. Капсула 19. Где ее разбомбили? Вот тут вот ее бомбанули. Заплываем. Что у нас здесь есть? Можно что-нибудь забрать? Ты видишь что-нибудь, что можно отсюда отодрать? Или забрать КПК какой-нибудь, я не знаю. Я нифига не вижу. Нету здесь ничего внутри. Надо снаружи поплавать. Фонарик. Снаружи сейчас оплывем, посмотрим. Ух ты, нифига себе, это что за растение такое? КПК. А, вон, подожди. Вот это что это такое лежит? КПК, отлично. Забираем. А вот это вот надо сканернуть, мне очень любопытно. Стеблеглаз. Ой, кислород кончается. Сейчас я стеблеглаз сканерну. А вот это что такое? Взять яйцо существа. Нет, это неинтересно. Все, плывем, 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 плывем. Черт подери. Надо успеть, кислород совсем мало. Давай, 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 давай. Я врезался в мотылек. Фух, я залез, ты прикинь. Я думал, что я жбаном в мотылек врезался и все. И потерял сознание. Нифига себе. Я красавчик, умудрился залезть. О, смотри. Крутанулся и увидел здесь запчасти Авроры. Может, здесь что-нибудь интересненькое есть? Сейчас поплаваем, посмотрим. Где мой сканер? Фрагмент торпедной установки костюма Краб. Ух ты, я костюм Краб еще ни разу не собирал. Офигеть, сколько здесь запчастей, ты только глянь. Здесь плавать да плавать надо. О, дверца, у меня как раз резак есть. Сейчас распилим. Ой, не то достал. А где мой резак, кстати? Резак, вот он. Давай, пили дверь. Так вот он как режет. Интересно, любопытно. 3 секунд кислорода. Блин, почему же я глубоководную маску с собой не взял? Опа. Вот и дверьку пропилили. Мне кажется, что я неудачно дверьку распилил. Надо бы это дело как-то подтолкнуть, что ли, или что, или как. Я уже разрезал, чтобы открыть, вы чё? А, во, надо было просто проплыть. Опа. Здесь у нас какой-то ящик есть с данными. Наверное, тоже КПК. Схема пожаротушения циклопа. Опа. Вот это у меня тоже не было. А это что такое? Анализ образцов нерабочий. Ладно, возьмем. Пригодится, может. Микроскоп нерабочий. Блин, а можно его? Инвентарь пол. У меня в инвентаре всякая фигня. Ни хрена себе, я ее долбанул. Плыву, плыву, такой спокойный. Бдыдыщ. Лабаш мне прошибло. Вода уже течет. Все, сплавал, место освободил. Берем, значит, микроскоп. Вот эту штуку тоже надо взять. Маленькая колба для образцов. Возьмем обязательно. Вот это что? Фрагмент модификационной станции. Сканим. Что еще здесь есть? О! Вот еще модификационная станция. О, я собрал чертеж модификационной станции. Шикос. Значит, ее сегодня попробуем построить, если ресурсов хватит. Где мой фонарик? Да-да-да. Я же сделал фонарик, блин. Надо его достать, он мне тут пригодится. Во, другое дело. Правда, этот фонарик больше похож на фен. Ну что поделать. Что есть, с тем и выживаем, как говорится. Поплыли дальше смотреть, что у нас там. Фрагмент теплоэлектростанции заберем. Жалко, что я не могу в одной руке держать вот этот фонарик, а в другой сканер. Ух ты, какая деталюшечка. Фрагмент торпедной установки Краба. Надо-надо сканернуть. Сейчас заплывем с тобой вот сюда. Смотри, какая расщелина, интересно, что там. Ого, как глубоко. Нет, туда не поплывем, страшненько как-то. Давай лучше сюда заплывем. Чего мы здесь имеем? Сканер, мой сканер, где же ты? Фрагмент зарядного устройства энергоячеек. Отлично. Фрагмент светодиодного фонаря. Заберем. Светодиодного у меня, по-моему, не было. Ух ты, какой классный. Опачки, ящичек спрятался как. Что у нас там в ящичке? Подсвети. Водичка заберем. Ну что, вроде бы здесь все. Можно вроде как на второй ярус подняться. Да, это же на второй? Да, это второй ярус. Тогда пилим двери. Пилим, шпилим, вышибаем. Шикарно, она здесь сама отвалилась. Не обжечься бы об края. А то костюмчик-то у меня модненький. Что у нас тут есть? Есть у нас здесь ящик с данными.
укрепленный костюм ныряльщика. Вот это мне пригодится. Черт подери, кислород маловато. Что у нас в ящике? Это что, мыло? Питательный батончик, ну ладно, заберем. Че, вроде бы здесь все, да? Вроде бы все, кислород маловато, поплыли отсюда. Поплыли скорее на наш мотылек. Смотри-ка, вон там он что-то светится. Ну-ка, поплыли туда. Че это у нас тут светится, подсвечивается? А, это, по-моему, ящичек какой-то. А, не, фрагмент с данными. Что тут у нас? Консоль улучшения транспорта. Пригодится, думаю. Фух, ну что, вроде бы здесь все обследовали. Фонари сейчас выключу у мотылька. Нашли много интересного, вроде бы все собрали. Теперь, думаю, можно отправляться домой и заняться строительством. Где капсула, где мой дом? Вон туда надо плыть. Кстати, я сейчас, когда плаваю, стал замечать возле моего дома какие-то странные звуки скрежета металла. Что это такое? Напиши мне в комментариях. Во-во-во. Слышишь? Даже не рядом с домом. Где-то здесь плавало, оно заскрипело. Что это такое? Ну все, сейчас быстренько выгружаемся и занимаемся строительством. Опять радио заиграл. Что ж такое? Что там опять? Это автоматический сигнал бедствия со спасательной капсулы 12. Координаты прилагаются. И еще одна капсула. Да что ж такое-то? Предупреждение. Капсула затонула глубже безопасной отметки погружения. Не пытайтесь искать ее без использования подводных аппаратов. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Все, я понял. Значит, нам нужен циклоп. Итак, значит, приступим. Сейчас мы с тобой построим стыковочную шахту и комнату сканирования. Стыковочная шахта. Куда мы тебя разместим? Разместим мы тебя, наверное, где-то на глубине. Может, под спасательной капсулой ее лупануть? Вот так вот. Или не здесь. Мне кажется, ее построить надо где-то здесь. Чтобы соединить ее с базой. Примерно думаю, что если я построю ее вот тут, потом подведу трубы. Да, должно быть нормально. Давай пробовать здесь. Строим. Ух, какая она здоровая, конечно, это капец. Ее будут стойки пронзать. А, нет, стойки исчезли, смотри-ка. Минус 5 прочности к базе, а всего прочности 5? Да. Надо бы, значит, стыковочную шахту куда-то переместить. Вполне нормально испытывать психологический дискомфорт спустя несколько недель без общения с человеком. Исследования показывают, что симптомы можно частично смягчить, если завести питомца или очеловечить неживой объект. Вы чё, с ума посходили? Очеловечить неживой объект? Я тогда точно с ума сойду. Лучше я себе здесь рыбку Гэри какую-нибудь заведу. Гэри, ты где? Ты мне нужен? О, ждун, иди сюда. Давай поболтаем. Шучу. Не до тебя сейчас. Надо разобраться с прочностью. До этого момента меня прочность не касалась. Значит, разбираем вот эту базу. 5 прочности корпуса базы. Общая прочность 10. Угу. Значит, берем фундамент и лупим его вот сюда. Вот так вот. И чё? 2 к прочности корпуса базы. О, ножки появились. Вот это я понимаю, да, вот так вот будет лучше. Только как-то ножки не так встали. Да что ж такое, вот это от... Ладно, еще один фундамент сейчас поставим. Горе-инженер, блин. Я ж на строителе-то не учился. Вот так вот. Ножички, вот, появились, все. 2 прочности к корпуса базы. Угу. Теперь, значит... Мне вот эта капсула бесит, она мне здесь мешает. Ставим нашу подводную эту штуку. Вот так вот. На 2 ножках, серьезно? О, 4 появились. Ну и глюки, у меня, наверное, точно какое-то психологическое расстройство. Мне срочно нужна подружка Гэри. Так, входа здесь нет, да? А, нет, вот, вход вот здесь. Подожди, давай сейчас на мотыльке попробуем заплыть. Мотылек, у нас для тебя есть домик. Значит, ой, покоцал немножко мотылек. Заплываем сюда. Ух ты, как круто! Офигенно! Вот это я понимаю. Тони Старк отдыхает. Хе-хе. Крутяк. Так, значит, мне здесь нужно проходик сделать бы как-нибудь. А, я, походу, что-то не так сделал. Я понял. Сейчас. Как нам сделать здесь проход? Достаем строитель и пробуем сюда прибомбить. Вроде как прибомбить-то можно. Но непонятно, состыкуется или нет. Подожди, а если люк мы сделаем? Люк сюда можно. Отлично. Нам нужно вот такую же трубку построить вниз. Вот такую же. Сейчас мы это попробуем дело сделать. Конечно же, не получается, черт подери. Опачки! Нежданно-негаданно.
Электричество кончилось. Твою ж налево. Капец. Свет мне подключите. Внимание, работает только аварийный источник питания. Выработка кислорода отключена. И радио еще пиликает. Энергию высасывает, блинский, блин. Вот это капец. Вот это нежаданно, негаданно. Нежаданно. О, энергоснабжение восстановлено. Солнышко, видимо, вышло. Отсек какой-то открылся, доступ к улучшениям появился. Круто. Но об этом чуть позже. Опустите меня. Спасибо. Решил я, короче, построить станцию с другой стороны. Сейчас мы здесь увеличим отсек. Вот так вот увеличиваем его. Вот. Теперь делаем трубу вниз. Вот так. Дальше делаем вот так. И теперь вот здесь вот делаем стыковочную базу. Должно быть нормас. Вот так вот, если это же норм будет, да? Пробуем. О, да, получилось. Ништяк. 7,5 прочности базы у меня в итоге получилось. Жалко, здесь вот еще одной ножки нет, потому что вон там вот углубление вот тут. Сейчас затестим нашу шахту. Опа. Поднимаемся. Спасибочки. И вот у нас проходик теперь есть. Осталось только лесенку поставить. Лесенка. Где-то у нас лесенка. Вот она. Строим ее. Чего? Чё ты не строишь? Строй давай. Вот. Поднимаемся. Шикарно. Очуметь. Эй, а я не понял, а где люк-то здесь? Был люк. Твою ж налево, люк и сейчас. Ладно, поставим сейчас люк заново. Во. Все. Чумачече. Получилось все как надо. Укрепить только надо базу. Сейчас мы попробуем здесь поставить вот эту вот штуку. Получится, не получится, сейчас проверим. Не, не получится. Не получится. Ну и фиг с ней тогда. Пойдем попробуем мотылек улучшить. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Итак. А нифига мы не можем сделать, нужно вначале что-то построить. А если я, например, лазерный резак сюда? Нет, сюда никак. А ремонтный инструмент тоже никак. И строитель тоже никак, да? А сканер? Тоже никак. Где у нас что тут? Я тут как-то видел. Во! Консоль улучшения транспорта. Постройте в стыковочной шахте, чтобы улучшить пристыковочный транспорт. Значит, микросхема и медный провод нужен. Сейчас будет. Все, намутил. Теперь у нас есть возможность построить эту штуку. Куда ее только поставить, непонятно. Панелька. Куда тебя? А, вот здесь вот можно поставить. А как? А чё она так криво ставится? Я понять не могу, как я за ней работать-то буду? Больше как бы некуда воткнуть, только сюда. Ну ладно. Сюда так сюда, давай вот сюда лучше. Напротив. Поставим. Вот так вот. О! О! А, так здесь ниша появилась. Отлично. Мотылек. Пристыковано. Полностью заряжен. Заходим. Нифига себе. Основа, название, интерьер, полоса. Я что, еще и разукрашить его могу? Сейчас мы, походу, будем заниматься тюнингом нашего мотылька. Заходим. Как, что здесь? Основа. Ух ты, смотри, я его реально крашу. Черный, конечно, мне черный нравится. Можно красный сделать, можно... Блин, вот это круто! Ты посмотри, он там красится. Мне черный нравится. Название. Мне мотылек нравится. Такое название я ставим. Интерьер. Это значит, салон у нас будет черный. Нет, я не хочу черный. Давай какой-нибудь красный. Пусть красный. Черный с красным. Нормас вообще будет. И полоса. Что за полоса? А, вот эта полоса. Ну вот тоже ее красным сделаем сейчас. У нас теперь не мотылек, а какой-то краб получился. В общем, готово. Нажимаем. И чё, и чё, и чё, и чё? А как мне модуль-то присоединить сюда? А, вот, смотри, консоль улучшения транспорта. Давай сюда зайдем. Общие модули. Усиление корпуса. Это нам не нужно. Модуль эффективности двигателя. Минимизирует потерю энергии. Нужная штука, потом, может, сделаем. Модуль хранилища. Вещь обалденная. Что еще? Модуль мотылька, во. Модуль глубины погружения мод 1. Увеличивает безопасную глубину погружения, эффект не складывается. Ты мне про это, кстати, говорил. Надо будет обязательно сделать, и тогда я смогу добраться до капсулы 19. Солнечная зарядка. О, вообще обалденная тема.
Система периметральной защиты. Генерирует небольшое электрическое поле для отпугивания агрессивных существ. Интересно, ножница это подействует или нет? Торпедная установка мотылька! Чума! Гидролокатор нужна вещица. Блин, да тут все нужно. А это у нас модуль костюма краб. Неинтересно, у нас костюма такого нет. Торпеды. А, здесь еще и торпеды, оказывается, нужно будет заправлять. Вихревая торпеда 2 штуки. И газовая торпеда 2 штуки. Все, я понял. Торпед всего можно 2 установить. Ладно, мотылек пока пускай тут тусует. Ну вот, стыковочную шахту мы построили. Теперь переходим к строительству нашей комнаты сканирования. Куда бы ее приспособить, это еще вопрос тот. В общем, комната сканирования. В ней есть дроны, которые сканируют местность в радиусе 500 метров. Эту комнату нужно поставить где-нибудь, наверное, подальше от дома, чтобы она находила как можно больше ресурсов. Или забить на это и поставить рядом с домом, чтобы далеко не бегать. Ладно, пофиг, давай рядом с домом лупанем. Вот так вот. Готово! Она что, будет вот так вот на воде стоять? Смотри, о-о-о! Нифига себе, я ее отодрать могу. Ну-ка, давай возьмем. Хы! Ставим сюда. Берем в руки. И чё, запустить ее можно? Выкинул камеру просто. Эй, стопэ. Это дорого стоит, нельзя такое выкидывать. Я его могу брать в руки, чтобы заряжать. Давай обратненько. А как обратно поставить? Чёрт подери! Ладно, давай вначале сделаем мостик. Пристыкуем все это дело, потом с камерой разберусь. Вот так вот делаем стыковочку. Серьезно, вы издеваетесь надо мной? Вот... Это капец. И чё? Надо еще пристыковать сюда, что ли? Маленький кусочек? Или здесь люк сделать? А чё, если я... люк сделать, смотри. Ладно, короче, это все дело убираем. Комнату сканирования тоже разбираем. Ее разобрал, а камера осталась. Круто. Во, вот так вот можно. Ну, значит, так и делаем. Пофиг на стекло. Точнее, на окно. Не будет у меня, значит, окна на Аврору. Зачем оно мне, в принципе, если у меня смотровая площадочка вон есть? Вот так вот. И камера здесь появилась. Слушай, так я, получается, могу просто снимать камеру, разбирать и потом заново строить. И у меня будет бесконечное количество камер. Только зачем они мне? Вот это да, вот это да. Ладно, заходим. И пошли в нашу сканерную камеру. Нифига себе, вот это круто. Как на звездолете, слушай. Обалдеть. Так, ладно. И здесь мы, видимо, можем поставить, что нам искать. Рифоспин? И что, если я его выберу, они мне сюда рифоспина, что ли, принесут? Чудеса. Яйца существ, титан, отложение соли. Металлолом, медная руда. Ну, короче, ищите медную руду. Все, сканирование. А вот это управление камерой. Ну-ка, нажмем. Ух ты! И чё? Я как-то могу отсоединиться? Я упал! Прикольно! Я дроном этим могу управлять. Шикарно. Ну, давай попробуем найти медь. О, смотри, медная руда. Нифига себе. Как оно отображается. Как в костюме Тони Старка. Ну все. Ух, какой он здоровый-то. По сравнению с нами. Махипушечным яйцом-то летающим. Плавающим. Какой ты громадный. Так, медная руда. Где я видел? Во. Медная руда. Смотри, вон туда надо плыть. Короче, я вообще хз. Она вот мне показывает туда куда-то. Типа под землю закопаться мне, что ли? Я не знаю, как мне туда попасть. Она бы мне хоть мини-карту какую-то показала. И вообще, почему я должен управлять этими камерами? Так, подожди. Переключимся на другую. А, эта камера, она до сих пор пристыкована. Я понял, походу мне нужно как-то их улучшить. Значит, используем изготовитель. Посмотрим. Улучшение скорости сканирования, улучшение дальности сканирования, дрон-камера, чип интерфейса комнаты. Блин, а мозгов нету? А как мозги для этих дронов сделать нету, да? То есть они только управляемые. Во, мы вернулись. Осталось только его каким-то макаром пристыковать. Как это сделать, я хз. Вот серьезно. Походу он какой-то одноразовый. Короче, напиши мне, как пользоваться этими дронами. Если ими можно управлять только в ручном режиме, то это беспонтово.
О, кстати, еще есть модификационная станция. Улучшенный изготовитель для модификации снаряжения. Блин, это же изготовитель, только крутой. Ну все, модификационная станция, в принципе, готова. Осталось ее куда-нибудь разместить, например, вот сюда. Вот так. Виола! Моя новая модификационная станция. Открываем. Ох, какая она крутая. Улучшение ножа. Мы можем сделать улучшение ножа. Термоклинок. Жарит и стерилизует мелкие организмы, делая их пригодными к немедленному употреблению. Конечно, делаем. Чума. Сразу готовить рыбу можно будет. Ну-ка, 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 где он? Где этот ножик? Дать мне его. Ух ты. Ты слышишь, как он трещит? Во-во-во, красавчик, иди сюда. Иди сюда, сейчас мы тебя поджарим. А ну стой, говорю. Опа. Ну-ка, проверим. Ты зажарился? Действительно, прикинь, приготовился. Классно. Вот это вещь. Вот так. Куда он улетел? В кусты куда-то свалил. Спрятался от меня. Жареный и спрятался. А, нет, вот смотри, вот он. Вот он, приготовленный, есть, нашел. Ха, плохо спрятался. Чума. Теперь не нужно возвращаться в модуль, чтобы подкрепиться. Так, вот он наш реактор. Биореактор. Теперь у нас энергии 575. А, подожди. Его ж еще и надо заряжать. Биореакторы химически преобразуют органические материалы в энергию, превращая их в компост. Принимает всю растительную материю от семян и спор до заплесневелых фруктов и овощей. Также может перерабатывать животную материю, жир, мышцы, яйца и тому подобное. И некоторые органические отходы. У меня, кстати же, есть яйца. Не зря я их хранил. А, они у меня в спасательной шлюпке. Сейчас я оттуда яйца заберу. Вот они. Наконец-то они мне пригодились. Яичечки. Вот эти вот существ. Биореактор я тебе притащил. Ну что ж, давай попробуем сюда закинуть вот это яйцо, вот это и вот это здоровое яйцо. Теперь я понимаю, зачем здесь яйца в этом мире. Вон он наполнился жидкостью, начинает вырабатывать энергию. Надеюсь, его надолго хватит. Энергия 40%, можно сюда что-нибудь еще подкинуть. Обустройство нашего жилого модуля, в принципе, можно сказать, завершено. Все основное, как по мне, кажется, я построил. Можно назвать это уже полноценной базой, нежели жилым модулем. Поэтому предлагаю тебе на этой прекрасной нотке закончить. О, да, обожаю этот ночной вид со спутником этой планеты. Садимся. Красота. Достаем наши кофе, который мы только что сварили. Выпиваем его. Ну и все. Если понравилось, не забываем ставить лайкос под видос, а также комментос и подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Тебе спасибо за просмотр, удачки и увидимся в новом видео.